Осень прям полным ходом тут у нас идет. Листья падают. Погода чудесная. Дождик моросит, курицы бегают. Это у нас дикая курица. Такая вот. Цвет офигенный. Там вон тучи идут. Дождь только прекратился. О, какое небо все. Мои елки. Просто пушечные. Три штучки. Тут у нас качели висят. Это стол. Тут у нас тандыр. Когда-то делал. В нем можно запекать мясо, рыбу. Вон там снизу труба выходит. Где-то на глубине. Речка прозрачная, офигенная. Шарик. Вот она. Мурка пришла. А вот они, улья мои, стоят. Эх, красота. Да, Мурка? Опа! Кто это прискакал? Прыгай! Давай, фас! Если ты счастливый котик, скажи мяу. Правильно, молодец. Ух, буська какая. Хищница. А где изюм? Вечером тебе рыбу поймаю, хорошо? И тебе тоже поймаю рыбу. А это у нас куриные жопы. Шарик, айда встань. Шарик, айда. Не хочет. А кто это у нас, Шарик? Это мой маленький. Ложись. Давай, почешу тебя. Давай, давай, лежи, лежи, балдей. Айда сюда. Шарик, Шарик. Айда сюда. Вот он. В общем, это мой пчеловодный инвентарь тут у нас лежит. Офигенный дымарь. Такая вот у нас кожаная штучка. Тут разное. Нож для распечатки. Скребок, чтобы дно чистить от дохлых пчел. А вот этот самовар старинный, медный. А на дровах он. Это еще один самовар, тоже старинный, на дровах. И есть еще один рабочий, хороший самовар. Джек отдыхает. Да? Конечно. Петух подрос.
пушистый стал такой. И курицы стали такие, перелиняли, красивые стали. Смотри, какие офигенные просто пушечки. Классные какие. Ох, какие молодые. Ух ты, курица, курица жмурится. А это у нас бык. Буйвол. Тигр. Какой здоровый вырос. Офигеть. Мощь. Облизни палец. Облизнул. А это изюм на охоте. Он тут ловит крыс. Вот как ты видишь, вот тут щели у нас находятся. В этих щелях крысы живут. И изюм, как настоящий охотник, ловит их. Он вообще гигантский стал. Да? Изюм. Отвлекать не будем тебя от охоты. Тут у нас корм специальный для куриц. Вот такой вот. А вот тут у нас раньше кролики были. Это все клетки для кроликов. Их делал я своими руками. Вот это, вот тут мы это кролики рожали. Вот тут у них специальный отсек был. Тут кролики рожали, тут самцы сидели, тут самый главный самец сидел. Все закрывалось. Вот так вот. И они тут жили. Вот. Даже из сундука есть клетка. Эти дрова я пилил. Тут очень много рядов. Это все я пилил, складывал, рубил. А это мои травы висят еще с лета. Тут доски лежат от ульев. В общем, такое все. Листья полностью опали. Деревья голые. Небо чистое. Красотень. О, гуси. Шашлык. Самые настоящие дикие гуси. А вот тут осы живут. Сейчас посмотрим, летают они или нет. Потому что на улице не так уж холодно. Нет, осы не летают. Но они бегают там. Я серьезно их вижу. А вот она, нора ихняя. Вот эта вот. Огромная просто нора. Попробуем ее выкопать потом. Так, какая у нас вода? Опа. Вода прозрачная. На рыбалку самое то. Офигеть, кайф.